Всем привет! Сегодня будем готовить не только вкусный, но и красивый салат «Первый снег». Такой слоеный салатик делается очень быстро из минимального набора продуктов. Получается очень нежным на вкус и на вид. Способен украсить любой праздничный стол. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Отварной окорочок освобождаем от кожи и отделяем мясо от костей. Затем нарезаем курицу мелкими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Вареные яйца разделяем на желтки и белки. Желтки хорошо разминаем вилкой, а белки трем на мелкой терке. Жареные грецкие орехи высыпаем в пакет и измельчаем скалкой. Майонез также помещаем в пакет. И срезаем уголок. Смазываем плоскую тарелку майонезом. Выкладываем туда порезанный окорочок. Разравниваем. Наносим сеточку майонеза. Посыпаем измельченными орешками. Сверху распределяем яичные желтки. Снова наносим майонез. Выкладываем сыр. Опять майонез. И посыпаем все большей частью тертого белка. Теперь в произвольном порядке раскладываем виноград и засыпаем его снегом из оставшихся яичных белков, как сверху, так и по бокам. Вот и все. Очень нежный и красивый салат на праздник «Первый снег» готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.